Каждая победа начинается с отдыха. Мы часто забываем, что для достижения великих целей нужно время для восстановления. Позволь себе расслабиться сегодня. Это не слабость, а мудрость. Когда мы даем себе возможность отдохнуть, мы наполняемся энергией и вдохновением. Завтра ты будешь готов к новым вызовам, к новым свершениям. Помни, великие достижения требуют не только усилий, но и умения слушать себя. Так что сделай паузу и вперед к победам!